Заседание рабочей группы по погашению задолженности по налоговым и арендным платежам стало уже третьим с начала года. На встречу с представителями муниципальной власти и правоохранителями пригласили 20 компаний-должников. Абсолютным антирекордсменом стала ЗАО «Технологии и логистики». Долг предприятия составил 114 миллионов рублей. Из них основная сумма задолженности 105 миллионов – это арендная плата за землю. Приглашали вас мы 4 декабря 2015 года. Вам, наверное, понравилось к нам приходить, да? Мы не пришли тогда. Вот та сумма задолженности, когда мы вас приглашали в 2015 году, была 39 миллионов. Но она никак не погашена. Многие компании объясняют задолженность нехваткой средств. В основном грешат на внешние факторы, в частности, на сложную экономическую ситуацию в стране и банковский кризис. Впрочем, членов рабочей группы эти доводы явно не убедили. Говорить про то, что мы когда-то сможем, когда-то не сможем, у вас должно быть бизнес-планирование. И текущая задолженность, в том числе и перед бюджетом, она от вас никуда не денется. Поэтому давайте гарантийные письма, давайте составлять график погашения задолженности. Только не до 20 мая, а до 20 мая вы опять придете и скажете, что у нас опять ничего не получается. Вы должны видеть реальную ситуацию. Как показывает практика, порой высокая задолженность может оказаться последствием ошибки при документообороте. С подобными случаями компаниям помогают разобраться налоговые службы. Все налоги уплачиваются своевременно и в полном объеме. Это подтверждает как платежное поручение, которое с собой привез, и есть декларация, которая была точно так же сдана по поводу выплаты налогов. Общая сумма задолженности приглашенных на совещание компаний превысила 190 миллионов рублей. Погасить ее нужно будет до 20 мая.